все эти санкции, которые были применены в адрес определенных чиновников, они, конечно же, в первую очередь, возьмем в кавычки, коснулись этих чиновников, но на самом деле, по-моему, никто особо сильно не плакал, не ревел и не бился в истерике. Потому что, насколько я помню, еще около года назад наше большое руководство предупредило всех, чтобы, друзья, быстро все возвращайте на место, и не дай бог, если у кого-то что-то будет за рубежом, если вдруг это откроется и вскроется. Таким образом, это был намек на то, что, ребят, лучше возвращайтесь сюда все, а то не дай бог. Наверное, как мне показалось, тогда это так. И вот, собственно, как показывает практика, так оно и есть. Лично меня эти санкции не коснулись. Вас тоже и обычного зрителя и обывателя не коснулись. Вот если, конечно же, будут введены уже новые типы против секторальных, новые секторальные вот эти вот санкции, то тогда уже и будем разговаривать. Ну а вообще все эти санкции, конечно, они больше улыбают и подбешивают, нежели виден какой-то реальный результат от их введения.